гимнастерка – сокращение от гимнастическая рубаха, введенная в русской армии с 1862 года для занятий гимнастикой. К началу Великой Отечественной войны – часть обязательной униформы бойца и командира Красной армии. Гимнастерка образца 35 года имеет стоячий отложной воротник с застежкой на два крючка и петли. На воротнике нашиты петлицы по роду войск. Передний разрез гимнастерки прикрыт планкой и имеет потайную застежку на гульфике на три пуговицы. Низ планки заканчивается мыском и пристрочен поперечными строчками. На груди два накладных кармана с трехмысковыми клапанами с застежкой на одну форменную пуговицу. Рукава двухшовные с двумя складками внизу с разрезными обшлагами манжетами. С застежкой на две форменные пуговицы. Гимнастерка образца 43 года взамен отложного имеет стоячий мягкий воротник, застегивающийся сквозными петлями спереди на две малые форменные пуговицы. Верхняя планка застегивается на три малые форменные пуговицы сквозными петлями. На плечи пристегиваются погоны установленного образца, на рукавные знаки у гимнастерок отменяются. Гимнастерки начальствующего состава взамен накладных карманов имеют прорезные карманы, прикрытые клапанами. Гимнастерки для рядового и сержантского состава без карманов.